Добрый день, дорогие мои. У меня будет небольшое вступление к видео, которое вы сейчас увидите. У меня просто просьба, прям просьба, огромная просьба к нашим юным зрителям, которые посмотрят это видео. Я вас просто умоляю, не пишите, какие там дети дикие, какие там невоспитанные, какие там голодного края. Я потому что помню, когда наше первое видео вышло, нам тоже пришла посылка из Германии, мои дети вели себя точно так же. Точно так же, как Жанины дети, когда получили огромное количество просто невероятных сладостей, которые у нас таких нет. Естественно, они рады, все хватают. Мои вели себя точно так же, когда мы получили первую посылку. Я помню, сколько там было негативных комментариев. Вот. Я вас просто прошу. Поставьте дизлайк, я пойму, что видео вам не понравилось. А я хочу сказать огромное спасибо Татьяне, которая прислала эту посылку для Жанны. Мы ей помогли получить, вот, привезли ее. Конечно, я попросила Жанну, чтобы она разрешила нам снять, как ребятишки открывают эту посылку. Жанна, слава богу, согласилась. Она очень благодарна, дети там безумно рады этой посылке. Хочу объяснить, почему так дети себя ведут. Во-первых, они же никогда не получали посылки. Это мои сейчас уже знают, что нужно сидеть ровненько, не выхватывать, не орать, не бегать туда-сюда. Потому что все-таки время идет, и дети понимают, что мы перед съемками иной раз разговариваем. Но первое время особенно я им говорила, там, дети, пожалуйста, не выхватывайте, не кричите, сидите ровненько. А у Жанны дети впервые получают такую посылку. Кто хочет, может посмотреть нашу первую посылку с Германии. Мои дети вели себя точно так же. Все хватали, все было интересно. Вот, и поэтому я решила немножко снять вступление. Пожалуйста, видео вам не понравилось, просто поставьте дизлайк, не пишите, потому что сейчас не то, что я против этих комментариев, но могут же канал закрыть все комментарии. Я вот этого боюсь, что закроют нам комментарии. А мне очень нравится, когда мне зрители пишут, там советуют, без комментариев нам будет очень тяжело. Поэтому просьба к моим юным зрителям, будьте добрее, пожалуйста. Ну и приступим к просмотру очаровательной, замечательной, самой вкусной посылки для наших соседей. Спасибо вам за все. Тут не только Жанни, да ты же соседские прибежали. Я, правда, этих девятишек не знаю. Это новые. Федь, помоги открыть. Да обойдутся. А то... Им прислали, пусть открывают. Я тут чё? Ну? Ну вот, Игорь, помоги. Сами, да? Молодцы. Сами, это ж дети, дай мне раздербанить. Ну что там же на школе? Смотрят так. Какая посылка тетя пришла, да? Ну, молодцы. Ну, сейчас откроют. У меня тоже. Вам тоже, да? Но зарядка. А дети говорят, а мама у нас, а тут раз и это, и вот это, и Тамара пришла. Да это что-то я не пойму, это как они сами от себя или гуманитарка или нет, что-то? Нет, сами от себя. Да, это просто собирают. Люди собирают, да, 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 ну... да, да, да. Они нормальные, вот, я имею. Они вот ведут туда, не смотрят, ой, вот, говорит, в Сибири, а у нас же только посадки, как говорится, ну... до конца. Мы уже картошку ну, не посадили. У нас это же Сибирь. В пасечном это... еще не сажали даже. Лариса, ну, посадить. А, капусту высадить и картошку. Да, ну, картошку. Ну, так я покал 25 но... соток под мотоблок. О, ничего себе. Там это ты у мамы? Это очень я много. Я сварил. Ну, и поэтому... под плуг садили. Ну, давайте, киндеры, грызите печень. Да подождите вы. Дети, не торопитесь, когда Сашу уже делают. А, да, что там в школе, Жанна, Дианки? Ну ты что, она просто нормально писала. Писали? Вот Тамара. Потом будет. Жанна, убери вот эту столенькую Милка, еще одну. Вот, сейчас ой, ребятишки что? Все положат. Сколько папа, вам папа, всего? Папа, о, не будьте дикарями. Да ладно, это же дети, господи. Орел.
Угу. Ну, ничего, да угостите соседки, приведите. О, а это какая-то посылочка. Ну-ка. Что-то детское. Это что-то детское. Какие печеньки, милые. Ну, это Дианочки, это наверное, знаете, будет. Это... Жан, это, а, ну-ка, открой, ну, посмотрим открой. На кого. Ну, сама открой. Это, я назову только имя, это Татьяна прислала. Да, это, наверное, может, это русские просто там делают. Скорее всего. О, опять фломастер, Иван! Открой, открой. Да, это, ой, праздник, Иван. Ой, шоколадки. Ага, да-да-да, это, и вот. Это пижамка, скорее всего. Пижамка. Я думаю, это будет Сане только, наверное. Давайте, надо сладость что-то дать. Так, ну-ка, что тут написано? Это как хлопья насыпать в тарелку с молоком, да. Смотри, как сейчас вот мы тут откроем. Еще что-то? О, что-то мы тут откроем сейчас. Кидай ножницы. Ну, кушайте, кушайте. Ножницы дай. Не надо открывать. Ой, это а вот, наверное, такое это нам присылали. Дети прям обожают. Они а тут это что это, такое? Это шоколадки. Нет, это Жанни, так, это отомали. Жанни. Не. А вот, подожди, Дядя, дайте Тамаре Петровне. Вот Тамаре. Вот, да. Это мы дома. Спасибо, Татьяна. Сейчас мы что-то откроем с тобой, да? Вот еще портфель, Саша. Ага. Вот это мы. Вот такая красота. Что-то мы тут открываем. Ой, будем делать. Папка сработает. Сколько всего. Огромное-преогромное богатство. Сумочка, держи ножницы. Сейчас вот покажу. Так, мы тут с Дианкой, смотри, что поддастает. Там Диане даже подписано. Да, Яночка, там еще внутри, наверное, что-то. Ну-ка, посмотри. Куда пошла? Здесь. Ой, что-то. Ну-ка. Дай, Жан, Дианочка, дай я прочитаю. Ну-ка, что там написано? Тетя Томми. Ой, тебе тут. Это резинки. А я тут сразу свалил. Это для Дианочки, для нашей принцессы нашей. Ой, смотри-ка, что тут мамка у нас. Для девочки. Ой, сколько радости. Сколько-то тебе. Ой-ой-ой, резиночка. Папка заплетать тебя будет. Какао. О, мать хорошо. С молоком. Ой, папка, теперь тебя заплетает. Ну-ка, покажи, Дианочка, что там у тебя еще. А это... Доставай аккуратнее, не торопись. Ой, это в школу, это пенал. Подожди, вот так посмотрим, ручка. О, это тебе на первый класс. Ага, какая красота. Только береги до школы. До школы не доставать. Смотри, Жанна, на первый класс, какая красота. Да, пойдешь, самая красивая. А в этой... Она как раз пенала еще нет у нее. О, как здорово. Это потом откроешь, мальчишка. Дианочка, это надо будет отложить. Тебе на первый. Надо. Давай мы сюда вот положим. Ему это оставить, что это. Ну, пускай покажу, приберу. Берите. Детям радость. А это надо прибрать, эту Сашку. Жанна, сумочку прибери, чтобы не таскали. Нормально. Колечко. Шоколадок, вот шоколад. Ну, это ты тоже не раскидывай, дочь. А все соберутся. Что-то это в игрушке было? Да. О, машинка какая. Две. Вот тут соседские дети, друзья их. Это же резинки стирательные, оказывается. Да. Карандаши стирательные. Такие вот. Ой, хотела посмотреть, там не это. Это тебе такая... Ничего себе. А его открывать надо. А это твое же. Это твое, его надо открывать. Там у тебя... Дарочка. Спасибо. Дети даже не знают, за что хвататься. Столько всего вкусного. Да, они уже не знают, надо прибрать его. Спасибо, Татьяна. Да, спасибо. Очень большое. Столько всего вкусного, столько всего необычного. Ну, Татьяне, да? Большое спасибо. Конечно, большое. Огромное спасибо Татьяне за то, что нам все, пусть дети радуются. Ребятишки, а, вот как! О,
О, открывай. О, конфетки. Там внутри конфетки тебе достались? Конфетки. Единорожек. Единорожек, как раз для девочки. Я это беру, да, это в школу, чтобы они их не раскрыли. Да, они сейчас начнут, то есть. Они уже балуют. Но мы также делаем половина. Да, да. Это нет, это Саше можно играть, ага. А Дяночек побольше. Вот оно. Надо все прибирать, а то. Тепломастеры прибери. Ну. Вот они сейчас все на все, это самое. Ну, детям радость. Надо половину убрать. Потом ты убирай, конечно, половину. Это... Ну, а то они все могут раскрыть заразу. Еще детям. А это ну, что? А вот это вот, что это такое? Это, так наверное, и не открыли мы что-то. Это играть, это медицинская. Ну, как вот? Ну, как? Пока. Ну-ка, открой, девочка, посмотрим. Вам это в доктора игра. Дяночка, достань, посмотрим, что там. Это доктор Плюшева. Ладно, а я буду по ней идти. Ладно, я пока не соберу. Ну-ка, покажи-ка, Жанночка, вот это вот что. Да, это, наверное, где-то пищевик. Какие, какая красота. Сразу все не давай, детка. А дети пойдут, я их угощу. Какая красота. Вот, смотри, конфеты кончатся, контейнер нормальный. Да, тебе в школу. Да, даже самому на работу пошел. Можно сразу все делать. Ну, конечно. А то я сватик пригрел. Дайте я чуть. Ой, какая красота. Ничего себе! Так я рада за вас. Я так рада за ребятишек, прям. Витаминки. Да, и витаминки там. Ой, они любят. Мои тоже постоянно просят доктора поиграть. Вот, даже. Давайте, чтобы не так радуют. Жанна, ты поприбери. Да, это будет это. Я ей а это угощу. Таня передавала, Саченко. Ну, они уже ее раздели. Сама игрушки. Ну-ка покажи-ка, что это такое. Это что? А это что-то конфеты там. Еще что-то так. Смотрите, какие. А мы даже не все сильно показали. О, это сейчас тетя Жанна все спрячет и будет потихоньку давать. Да. Ну, все. Они за раз все тут растаскают. Здравствуйте все. Вы меня не знаете. Я живу с семьей в Германии. И вас увидела по компьютеру, когда к вам приходила Тамара Петровна на Пасху. Мне очень понравились ваши детки, и я высылаю вам много подарков. Жанна, если что-то будет непонятно, хотя я все подписала, спросите Тамары Петровны. Они уже это получали и знают. И еще, пожалуйста, как получите, дайте знать через Тамару, как все дошло целым или нет. Плохо, что у вас нет связи со мной. Всего вам хорошего, Татьяна. Телефон возьми, начинаю. Срочно тебя. А, сорочка, тебе, наверное, большая. Но ты постираешь. Она сядет. Ну, в общем, это, смотри сама. Вещи все новые. Большое спасибо. Вот это, наверное, да? Да, ну-ка, да, да. Открой, посмотрим. Ну, какая конечно, там красота. Конечно, это как бывает, это... А нам пришел... У вас сотовый телефон, ее назвони. У нас один раз пришла посылка, и куколка потерялась. А, ну, вот. Мне потом девушка писала, говорит, куклы не было. Я говорю, нет, куклы не было. Вот, значит, кто-то... Дербанят, это наши Все эти... Все равно кто-то... Жанна, давай, прибирай, потому что дети увидели это... Да, то не катастрофа. Это кто такие? А это что такие? Так, вот это по-моему. Вон. Дай мне один. Не дам. Я умираю. Она нормальная. О, какая. Она уже тут летом красивая. Тут еще и полотенчики взяли. Ну, ладно, надо все поубирать. Да они уже балуются. И платочек тут. Шарфик какой красивый. Ну, Татьяна порадовала, конечно. Смотри, какой. Ой, на осень будешь носить.
Красота. Тем более они это не вот сейчас вот ходить даже когда это прохладно, будет, да. Прохладно, да. Угу. Такое это не наденешь уже. И полотенчики, и еще Татьяна положила. Розовенькие, красивые. Да, вообще здорово. Красивые вещи. Ну ладно, давайте скажем всем до свидания, да, ребята. Да, до свидания. Вы уже увидите, я ходила к Жанне, снимала посылку. И мне вот такой подарочек. Сейчас я это буду открывать. Тут не обращайте внимания, дети играют. Попросили ничего не убирать. Ножницы, видите, какие маленькие. Ничего, зато не повредил. Не поврежду. Сейчас на улице тепло. Детей домой не загнать. Эта посылка пришла с Германии от Татьяны. Посмотрим, что же это положила Татьяна. Для начала смотрите. Варежки на кухню. Красота. Спасибо большое. Вот так вот надо показать. Вот две штучки. Полотенчики. Точно такие полотенчики Татьяна положила Жанне, нашей соседке. Такие красивые. Очень удобные. Они все знают, что они очень хорошо влагу впитывают. И еще что-то. Это набор на кухню, наверное. Вот такое полотенце красивое. Так, один, два, вот тут еще такое. Махровое полотенце, не очень, так, как сказать, толстые. Целый набор. Здесь вот клубника, вишня, по-моему. Вот еще. Это что у нас? Помидор. Что, правда? И помидорка, значит. Огромное спасибо, Танечка, за посылку для Жанны и для нас. Преогромное-преогромное спасибо. А еще я получила письмо. Письмо от Сашеньки Исаковой. Сейчас мы его откроем. Я его читать не буду, я просто покажу, что мы получили письмо. Скорее всего, Саша написала девчонкам, старшим. Куда я делаю ножницы? Написано мне, ну, девчонки ответят. Раз написано Тамаре Петровне, я открываю, не написано кому из девчонок. Значит, открою я. О, это тоже подарочки. Это такая линейка. А с этой стороны таблица умножения. Вот такая. Звездочки. Написано Жене. Саша и Томми. Это вот так вот на шею вешать. Огромное спасибо Сашеньке за письмо.